Здравствуйте, мужчина, вот он вот полусферки, видите? Вижу. Вот проезд во двор за ними. Вот проезд. Не-не-не, проезд во двор за ними, вы сейчас на территории находитесь, не надо так делать, назад сдайте, пожалуйста. Вот там вот заезжаете и въезжаете на дворовую зону, приезжаете за домами к любому дому. Хотите, вызывайте, если не согласны. Вы кто, в принципе? Пешеход. Какую организацию представляете? Я? Пешеходов. А вы какую организацию представляете? Автолюбителей? Вы политик, как я понимаю? Полицейский, нет? Я нет. Какое право имеете стоять? На основании 42-го закона Конституции Российской Федерации, пункт 2. Вы что думаете, что я здесь первый год живу и думаете, я уже не спорил с вашими коллегами? Ну, хорошо, спорили. Вам объяснили? Абсолютно точно. Объяснили. И вы что-то как-то вот не поняли. Мне не штрафовали. Хорошо, мужчина, вот смотрите, я вам сейчас как бы устную претензию вынес. Да? Вынес. Попросил вас убрать автомобиль. Вы машину уберете. Вы, ребята, конечно, те еще придут. Всего доброго. До хорошего свидания. Вечера вам. Добрый Значит, вечер. Выехать невозможно. Ну, здесь тротуар, выезд за домом. А это зачем это? А это для пешеходов арка. Вот это? Арка? Да не-не-не. Да. Для пешеходов, я серьезно говорю. Ребят, в чем проблема? Почему он здесь не может проехать с тротуаром? Где что, вот вам что, заняться нечем? Ну ребята, парень, ничего, занимайтесь, ребята, занимайтесь правильно. Вот не надо подъехать туда. Что, вот я вам мешаю, что ли, или что? Да, вы мешаете, нельзя на тротуар держать. Так вот, иди тоже с камеры свои, другие вещи снимай нормальные, которых ты денег можешь заработать. Ты с микрофоном иди болтай в него, где ты можешь денег на это поднять. А чё ты, чё вы стоите здесь, занимаетесь? Я вас вообще первый раз вижу. Это ваше личное мнение, мы занимаемся. Да я вот и высказываю свое личное мнение. Вы ребята, занимаетесь. Вот он стоит наклейкой. Максимум, что можно сделать ее, это наклеить на лобу, если честно. Люди нам благодарны, и мы этим гордимся. Добрый вечер. На тротуар выехали. Я понимаю. А вы знаете, что здесь выезд? Здесь не выезд. Здесь выезд? Нет. Вы здесь там мешаете дворы. Развернуться? Мы не мешаем. Мы стоим на тротуаре. Вы развернуться мешаете? Я могу мы вас на тротуаре говорить. Стоим. Да. Да. Ну и что? А вы не должны на тротуаре на машине находиться. Вы утомляете, а? Я звоню в полицию. О том, что вы совершаете правоохранительные действия. Какие? Угрожаете безопасности людей, которые... Кто вы... угрожает? Вы угрожаете. Вам никто не угрожает. Понятно. Вы угрожаете безопасности окружающих. Вы подвергаете Понятно. Безопасности Отойдите детей, машины, которые пожалуйста. Ходят по тротуару. Я стою. Да, я тоже стою. Капли не надо. Я к вам не прикасаюсь. Я прислоняюсь к капле. Да, Чем? Извините, пожалуйста. А это кто? Пешеходы, а вы на тротуар вы заехали. Пешеходы. Вы пешеходы. Вы не пешеходы. Покиньте, пожалуйста, это тротуар. Это что такое? Это пешеходная арка. С чего вы взяли? Вы инженер? Мы люди. Ты инженер? Я да. Откуда ты знаешь, что это пешеходная арка? Оттуда что это по кадастровым картам видно. А где они карты? В общем доступе. Ну где? В интернете. Непонятные люди занимаются непонятно чем. А вы чем занимаетесь? По предварительному сговору. А вы по предварительному сговору с вашей арку. Девушкой? Я еду в арку. Заехали на тротуар. Вспомните правила дорожного движения, пожалуйста. Не надо меня снимать, я разрешения не давал. А вы уберите камеру, пока ее не разбили. А вы в общественном месте находитесь. Камеру уберите. Машину уберите. Камеру уберите. Машину с тротуара уберите. Камеру уберите, пока я чем-нибудь ее не кину. Уберите машину с тротуара. Камеру уберите. Машину камеру уберите. Кто вы такая? Пешеход. Я не разрешаю себя снимать. Я не разрешаю камеру на тротуару убери. Ездить. Добрый вечер. Это выезд со двора. Это не выезд со двора, это выезд на тротуар. Это выезд со двора. Это пешеходная арка. Выезд со Там двора у вас за домом. Во дворе, она ведет сюда. Эта дорога сделана для пешеходов. Дайте проехать. Только назад. У вас выезд со двора за домом. Мы можем вам помочь выехать. Петь, выгляни в окошко. Тут такие дела. На балкон выйди. В арке стоит моя машина и куча этих, которые наклейки-то клеют. Смотри, микрофон мне в окошко стоит. Член свой найдите сначала. Мне плевать на всех, езжу как хочу. Вот мне Ну что, нельзя со двора мне выехать домой? На тротуар. Нельзя. Yes. Девушка, здесь тротуар, здесь дети ходят. Здесь дети ходят. У меня ребенок тоже в машине. Ну я понимаю, у вас ребенок в машине, а допустим, у того человека ребенок на тротуаре. Куда надо 112 звонить? Да. Это проезжая это часть. Это тротуар. Прилегающий это проезжая часть, здесь нет бордюра. Девушка, мы вам сейчас наклеим наклейку. Себе на лоб наклей наклейку.
знаете, что это тротуар? Я хочу поставить машину на парковочное место, в котором доме я живу. Хочу проехать через тротуар и поставить. Что же это плохое? По правилам можно ездить по тротуару? Вот это место парковочное моего дома. Я за него плачу деньги. Знаете об этом? За это? Да. Вот вы на самом деле действуете незаконно. Так а вы вызовите полицию, она же нас всегда накажет. Вызывайте. Нет, значит, подождите, вам же сейчас не заехать, мне, мы не даем. На меня вам... напали. Нет, вы не напали, мы вас даже не трогаем. Как? Ну зачем вы так говорите? Ведете незаконную съемку. А какая статья меня запрещает нам Стоите это делать? На моей дороге. Вообще Конституция нам позволяет снимать в общественном месте. Мы ничего такого плохого не делаем. Конституция позволяет мне не разговаривать с вами. Так не разговаривайте, просто ответьте. А вы, если вы недовольны, мы вам не хамили и грубого слова вам не сказали. К себе домой. Нет, не было. К себе домой. Понимаете, домой. Въезд на двор вот здесь. Не вот к вам домой, а к себе домой. Я живу вот в этом доме. Так вы пытаетесь а проехать кто вы по такие? Тротуару? Какое вы право пешеходы имеете не пускать меня домой? Вы пешеходы. Нет. Мы имеем право стоять вы на тротуаре. Вы имеете право, имеете полное право пускать меня домой. Сейчас я приду с ребятами на костылях. Хорошо. Дайте на номер ваш сниму, чтобы знать, кто нам угрожает. И лицо ваше поближе сниму, чтобы знать, кто нам угрожает. Это вы мне угрожаете, причем правда без пардона. Вы на тротуар заехали? Ерундой не занимайтесь. Человеку 79 лет. Я не буду идти иным способом. Хотим постоять полчаса, я постою полчаса. Хорошо, но вы не имеете права здесь сидеть. Вы понимаете это? Хотите выписать штраф, вызвать полицию? Выписывайте, я поеду дальше. Это вы сами не согласны? Я не согласен возить человека 79 лет иным способом. Будет полицейский, мне наплевать. Я заплачу штраф, и я поеду дальше. Говорить. Иных способов я не буду. Но вы не поедете дальше, понимаете это? Ну, значит, мы постоим. Если вы наклеите, вы нарушите закон. Я вам запрещаю клеить. И что вы нарушаете закон, нормально? Нормально, я заплачу за этот штраф. Мы не дадим вам дальше нарушать. Вы не вправе, это будет делать представитель власти. А вы не представитель власти, представитель России. А это письменная претензия, выставляемая вам за ваше нарушение. Первая была устная претензия. Я вас попросил вежливо уехать на проезжую часть. Вы ее проигнорировали. Дальше пошла письменная претензия. Видите наклейки? Это не наклейка. Это наклейка. Вы сейчас портите мое имущество. Это не порча имущества. Порча имущества является безвозвратная поломка или механическое повреждение. Мы сейчас вызовем суммой больше 2500 рублей. Да, вызывайте. Пожилой мужчина, в принципе, бодро шагает себе спокойно. Я не понимаю, зачем нужно было взъезжать на тротуар, говорить, что у меня пожилой человек в машине. Хотя он бодрым шагом двигается в направлении, куда им надо было. Спасибо. Пожалуйста. Мужчина вызвал сотрудников ГИБДД, простоял час и, не дождавшись их, уехал в неизвестном направлении. Добрый вечер. Вы на тротуар заехали? Да, в курсе. По тротуару нельзя ездить, знаете? Да, в курсе. Покиньте, пожалуйста, тротуар. Хорошо. Спасибо. А что за акция вообще? От кого вы? Ну и не от кого. Ну если вы с микрофонами, минуточку, да, можете даже поближе подойти. Если вы с микрофонами, и если вы снимаете, вы кого-то представляете. Покажите мне, пожалуйста, знак, что въезд запрещен. На тротуаре знаки не ставятся. Въезд стоит запрещен. Какой почему въезд конкретно на тротуар? Минуточку, у меня вопрос. Почему конкретно вопрос вы задаете водителям, а не местным управленцам, которые должны выставить знак, что въезд запрещен? Машинка, смотрите, стоит знак раз. По правилам дорожного движения на тротуаре не может ставиться. Знака тротуар не существует в ПДД вообще. А тротуар – это элемент дороги, примыкающий к проезжей части. У меня вопрос сейчас, да? Если вы снимаете, если вы акцию снимаете, это должно быть официально, ребят. Нет, вы не сейчас адрес занимаетесь неофициальными вещами. Вот я сейчас сделаю у один звонок, митинг. Просто мне интересно, да? Мне интересно, почему вы без абсолютно, безо всего. Понимаете, вот я человек, я, например, не хочу, чтобы вы меня снимали. Ну, хорошо, пожалуйста, покиньте кадр. Покиньте, хорошо, пожалуйста, тротуар и все. И все. Да, да, и все. И все. И все. Ну хорошо, я тогда приглашу ребят с другой камерой. Приглашайте, пожалуйста. Спасибо. Они иногда, кстати, приезжают. Да? Что телеканалы, что всякие разные. Они не просто приедут. Ну что вы не понимаете? Занялись бы делом на самом деле, нормально. Можно
можно проехать? Нельзя, тротуар. Что? Тротуар здесь. А что, я должна подождем? Все ходят, а вы почему нет? Это вы типа стоп-хам, что ли? Нет, типа пешеходы. Ну так если машинам вроде можно? Здесь? Нет, здесь тротуар. По тротуару нельзя машинам ездить. Малышня вы толстопузы, поверьте мне, таким же был дурачком, ну вот честно. Делать вам нечего просто. Ну слушай, серьезно. Причем еще сравнительно недавно, год назад, таким же был. Спасибо за него. Просто вы по тротуару ездить, да? Я тебе серьезно говорю, ну что ты как маленькая? Я ж связал, вы малышня, вам нечего делать. По-взрослому ездить? Можно, но медленно. Нельзя. Читайте ПДД. Потому что у вас детей нет. Читайте ПДД. Да девушка, вы сами родители. Главное, вы своих детей не учите плохому.